В городе ведутся работы по укладке песчано-гравийной смеси более чем на 40 улицах. В настоящее время работы продолжаются на улицах Рыскулова, Синицына, Бибуранбая и Нурбаева. Подробности смотрите в следующем видеоматериале. Продолжаются работы по укладке песчано-гравийной смеси на улицах Рыскулова, Синицына, Бибуранбая и Нурбаева. За ремонт дороги отвечает подрядная компания ТО «Облшашул». Подрядная компания планирует отремонтировать более 40 улиц по всему городу. По словам жителей города, ремонт этих улиц не проводился годами. Из-за грязи, особенно в осенние и весенние периоды, было трудно передвигаться как на машине, так и пешком. Таким образом, местные жители выражают благодарность за проделанную работу. Проживая на этой улице уже всю свою жизнь, и мы хотим выразить благодарность Акиму, что увидели нашу беду, что у нас здесь постоянно затопы, лужи, проходить невозможно. Ну что еще сказать? Благодарны за то, что увидели нас, услышали. На этой улице было опасно передвигаться. Во время паводка невозможно было ходить. Теперь вот спасибо Акимату и депутатам Семея. Вот один из них, гражданин Нурбек. И ему спасибо. Хорошая работа делается. Я думаю, что в будущем эта улица станет лучше. По словам главного специалиста отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жасара Тусупова, в текущем году в общей сложности будут проведены ремонтные работы на 47 улицах. Посыпка щебнем, осуществляется дорожное покрытие. Также сверху осуществляется утрамбовка песчано-гравийной смесью для того, чтобы щебень не разлетался при движении транспортного средства. То есть это более безопасное покрытие, чем делались ранее ПГС. Специалист добавил, что в этом году ремонтные работы на улицах, не вошедших в план, будут проведены в 2022 году. Работы на данных улицах будут завершены до конца текущего года. Талшын Шакыртхан, Рустем Кайратулы, Адижан Бисингазинов, телеканал «Семей».